Приветствую вас, дорогие друзья, на канал ВВ Плей. Меня зовут Владимир, и мы сегодня продолжаем игрушку под названием 7 Days to Die. Всем приятного просмотра. Итак, друзья, короче, как видите, у нас уже наступил День Орды. Итак, смотрим, что мы, короче, сделали за это все время. Я, конечно, погладил, пограндил, подоставал всякие ресурсы, покрасил базу, да, чуть-чуть тут, не базу, а вот тут покрасил все, да, типа так, чтобы стиль выглядел, чуть улучшил основание здесь, да, сейчас сохнет, да, здесь тоже улучшил, потому что что-то не дамажили, продамажили, что-то не знаю. Вот, ну и здесь тоже улучшили, ждем сейчас зомбарей. Сдох? Нет? Ух ты, блин, здравствуйте, спасибо. Кстати, надо было... А, очки у нас какие одеты? Очки у нас одеты сейчас. Я уже подготовился полностью, да, ремонт. Ой, надо... последний дроп я забрал. Оки-доки. Так, подготовился уже, бухло, все уже купил, все приобрел. Поставил пару ламп вот здесь. Вот, чтобы более видно, как было, что происходит. Да, ну и что. Наконец-то я отрегулировал... нашу ловушку, это как его, дротик-метатель сраный, да, все сейчас работает. Здесь зомбари уже, как я говорил, не ходят, они считают, что тут просто пустой блок, они сюда не лазят, я думал, что они будут туда, знаешь, типа, чтобы меня там на сюрприз взять, они возьмут и пойдут по этой стороне. Нет, они, как обычно, идут сюда, и один плюс этого вот строения, я тут ночью лазил, сагрил парочку диких, и они, вернее, они тут где-то лазили, короче, со стороны церкви, они побежали, короче, отсюда, за мной, сюда, я потом сюда побежал, наверх сам, и стал там, как обычно, да, ну и они все вот бегали здесь, я не врубал никаких ловушек, ничего, просто чтобы они циркулировали, да, и они, да, как я уже говорил, то, что они бегают по короткому пути, да, вот когда падают эти сюда, да, или вот сюда, или вот сюда они бегают, да, ну, это ситуация, куда они падают, в какую сторону, да, вот, они туда все поднимаются, у них здесь никаких проблем нет, они забегают сюда, они активируют дротик сзади, да, и дротик там шпарит, и загорается свет там сзади, да, так что, да, такие вот дела, вот, ну, не знаю, друзья, я так не знаю, вам вообще, кому-то может быть интересно, как мы грандимся, не знаю, друзья, оставьте свои... Ой, ебать, ебать, сломал. Так, если тут улучшил ферму малесь, да, сломал ноги себе, ну, сейчас пойдем гипс наложим. Вот, улучшил ферму, досталось супер кукурузу, да, растет она, сейчас будем супер кукурузу расти, потому что она дает больше пучков. Так, пойдем, сейчас пойдем поставим гипс. Что-то не рассчитал и упал. Вот, сейчас покрафтили мы стали немножко, чтобы... У нас сейчас 1000 стали здесь, ну и здесь еще чуть-чуть, это чтобы или что-то пофиксить надо будет. Вот. Нам на гипс-то, гипс наложить надо. Далее, друзья, конечно, вам интересно, мы можем, конечно, сделать видео, когда мы будем просто вот дни, да, будни, скажем, 7 days to die, будни, как это все происходит на самом деле, когда я не снимаю полностью все видео. Да, я просто предыдущее видео получилось, так что там как-то, походу, я где-то взял квест до этого, и я выполнил его, и до конца не, или не, вып, не перевыполнил, или что получилось, так что, короче, косяки получились, то, что у нас там, сколько мы-то, 3 квеста выполнили, и дали нам сразу третий квест. Да, я даже не заметил, какой нам, что нам дали за выполнение второго тира, да. Ну, видели, третий квест уже был более интересный, там более, больше монстриков было. Да и так, довольно-таки сложненькие. Радиоактивные появились, да, ну, так и посложнее. И бабосиков, конечно, больше, плюс еще и опыта больше. Вот, ну, в таком плане. Ну вот, бегали, конечно, мы к торговцу, у нас там сколько сейчас, 20 тысяч покажу, да, что-то чуть прокачались, чуть-чуть набыли металла, да, сейчас, я уже весь металл уже расплавил, да, тут еще осталось 13 тысяч, а тут уже все спалилось, а, ну пусть работает, пусть плавится 5 тысяч, пока это расплавится, наступит вечер. Цемента тоже мы наделали чуть-чуть, вот, у нас тут сколько здесь получается, здесь 1000 цемента, ну и здесь парочку, потому что мы там улучшали, ушел цемент. Ну и здесь бензин у нас чуть-чуть так, ну, с оружием у нас ничего нету пока что нового. Подобавил я вот, набрал я, у продавцов покупил я пороха, там, всяких этих пуль, чтобы не тратить латунь, не гоняться за этой латунью. А так, видите, у нас 1200 патронов на М60 и 500 с лишним на снайперке. Ну и здесь это чтобы привлекать внимание наших зомбарей. Так, ну что, осталось у нас 20 минут до волны, врубаем все, что у нас есть, заходим в свой бункер,
Я надеюсь, сегодня будут уже какие-то более серьезные пацаны. Вот видите, у нас здесь, да, друзья, очень хорошо прослеживается. Если там, например, какой-то мент появится радиоактивный, мы сможем уже его здесь отсечь. Перед тем, как он взорвется, или, например, Demolition Man, да? Ну, нас, наверное, посмотрим. Все эти предыдущие волны, конечно, волны эти были такие слабенькие. Не знаю, как получится в этот раз, но мы радиоактивных мы видели, да, радиоактивные копы были, но вот еще взрывников мы еще не видели. Надеюсь, в этой серии мы увидим уже их, вот. Чтобы как-то было понятно, потому что это больше всего меня беспокоит, они, не никто другой, и даже дротики, которые там стоят сзади, они более думаны для них, а не для кого-нибудь еще, потому что с остальным мы можем справиться без всякого, без всяких проблем. Вот, а вот с этими, конечно, блин, тяжеловато. Ну что ж, поехали, смотрим, куда там, сразу загреваем их, чтобы они пошли. Смотри, сейчас они побегут по лестнице. Вот, волк, уже радиоактивные пошли, да. Вот видите, загорелся свет, и дротики работают, все нормально, у нас все хорошо, сейчас вот собака побежала. А что я это использую, у меня же есть. Вот, видите, загорался свет, там дротики работают, все нормально, можно даже ничего не делать. Волчара. Ну это там, это вообще без понтово. Радиоактивный коп, ой, не коп, это как его. О, ладно, ты упадешь, и ты опять тебя порубит там просто. То, что сейчас тревожит в этой ситуации, то, что у нас я дамажу задние блоки, да. Если буду, например, мазать очень много, получится то, что я буду дамажить именно сами дротики, и особенно верхний блок, потому что он идет по верхнему блоку. Кстати, а что я не выпил? Ни кофе. Это же нам дает дополнительный бонус. Ну, я не буду ничего использовать. Так, видите, у нас еще... Давай поработаем по перку. Сразу двоих убили, даже всех троих. Вот, так что тут это очень как-то опять, смотрю, слабо. Эти пусть бегают, они меня как-то вообще не беспокоят. Волчар, ой, Сарен. Так, это какой-то, блин, инопланетянин. Давай. Ну, как видите, да, он сработал. Загорается свет, и мы сразу видим, что у нас все работает, все нормально, все происходит, все как полагается. А, кстати, у нас вообще очки по опыту стоят. Да, очки по опыту. Так, хорошо. А, тут можем взять парочку таких стрельных, чтобы сразу нескольких убить. Окей. Окей. Эти пусть бегают. Видите, как они используют нашу лестницу? Вообще шикарно все. Там, конечно, у нас один лутецкий появился, что радует уже. Хорошо. Так, это мы уберем. Я вот что-то вот и копов не вижу пока что. Ну, с одной стороны, может, не было не хорошо, а может и не очень. Ну, копа сейчас только у нас только волчары идут и... И зомбари. Так, у нас level up. Я-то, скорее всего, очень продамажил уже свой этот, как его. Как его говорится, блин. Блок сзади, который стреляет дротиками. Так, давайте возьмем все здесь еще что-то. Пока раз патрона. Перезаряжайся, дружище. Ну, пока что все у нас очень спокойно, все очень плавно идет, никаких опасений у нас тут не создают, какие-то монстрики, да, все у нас отлично. Пока что. Они дальше, блин, ну, кроме волков и вот таких этих левых пацанов, они дальше середины не пролазят. Но это и понятно. Блять, промазал. Иди нахер. Ой, промазал. Ну, так видите, да, друзья, вообще, без напряга, мы работаем, мы отрабатываем, да. И сейчас у нас более какой-то экшен идет, да, как в предыдущий раз, да, у нас там надо было, блин, ждать, пока кто-то появится у нас здесь, чтобы его убить.
А тут у нас есть постоянно какие-то люди. Так, волчара. Копов не вижу, что-то. Окей. Так, у нас тут дверь закрыта, закрыто, все закрыто, да. Не вижу никаких копов, никого нету. Что-то очень... Ну, мы сейчас подождем 12, и в 12 часов начнется новая волна. Более мощная такая, так сказать, да? Значит, поберегем патрошечки для этого. Так, давай работаем, работаем. Так, что я хотел сделать? А я хотел что-то еще бухнуть, да? А что можно еще бухнуть? Это у нас ничего не дает. Ну, это единственный урон у нас 400%, но это когда, например, какие-то, блин, жестокие пацаны попрут. Что-то они там дамажат на стенку, какого хера? Хера вообще? Какой ты живучая жварь, а? Да, у нас эти дротики работают по полной программе. Просто penetration, проникновение тоже работает вообще идеально. Ну, еще здесь у нас. Дамаг, то, что я это наделал, скорее всего, сейчас нормальный уже там. Видите, загорается лампочка, это означает, что наши дротики работают. Давайте подождем, даже не будем сейчас. Пусть накопятся они там побольше людей. Зомбаре, вернее, и... Мы сейчас, смотрите, сейчас. Хлыбейсь. И все. Три выстрела, целая кучка зомбарей упала. Ждем пока. Так, там ментов нету. О, появился, вот появился, вот появился. Да, до свидания. До свидания. Ой, промазал. Так, это чат вырубим там. Так, 30% урона у нас срабатывает дополнительно. Эй, чувак, ты чё, охерел? Иди-ка полагается, наверное, все нормальные люди идут. Просто. Видите, да? Шикарно все работает, все просто бомбически. О, коп. Копа надо в первую очередь сливать. Этот паскудник будет плеваться и будет меня тут ломать все. Так, тут никого больше нету. Так. Копа снес. Давай, сейчас будет плеваться, падла. О, успел. Перезаряжаемся. Копы пошли. О, радиоактивная мама пошла. Радиоактивные поперли, это хорошо. А, ну да, 12 час уже пошел. Сейчас следующая волна уже пошла. Более мощная. Ну, вообще бомбически все работает. Вообще, пока как часы нахер. Ой. Ну, так вот и работаем, да? И... Так, кто там какой-то радиоактивный пошел, что-то, кто там? Отлично.
Ну давай, 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 давай. Бегите, 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 бегите. На нахер, минус 3. Еще минус 3. Ну и еще минус 2. Да, ну конечно, перк на проникновение это просто имбище. Ах ты паскудник, не успел, я тебя не уследил за тобой. Окей, постреляемся пока что с этой видовочки. Ну что, больше экшончика у нас было тут, да. Ну давайте, давайте, соберите, соберите побольше. Ладно, тут у нас не работает прогневание, потому что у нас нету бронебойных снарядов. У нас простые. Но это не мешает нам вот так их просто уничтожать, да? Я положил 1000 дротиков, получается, да, там, ну, рано или поздно не должен закончиться, по идее. У нас еще стоит перк, друзья, после каждого убитого, да, у нас восстанавливается энергия. Если вы посмотрите, обратите внимание на датчик, да, при каждом убивая, он восстанавливает мне определенное количество энергии, да. Это перк, опять же. Зарядимся. Ну, готовы, пацаны. Я тебя вижу, коп, нахуй. Спасибо за лут, дружище. Так, у нас 96 патронов здесь. Так, коп еще бежит один. А, давайте, да. Нах, отрубили ему ноги. Так. Блять, промазал. Ну, это как-то уже более интересно, не как в прошлый раз, да, там ждали, пока у нас тут появится какая-то антимония, да, чтобы мы могли кому-то там впендюрить пару пуль. Ну, давайте, 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 друзья, активнее, активнее, активнее. Ну, коп. Где коп? Ах ты паскуда. Ну, эти он мне может даже продамажить, потому что у меня люк защищает полностью, и вообще без всяких проблем мы отбиваемся от этого всего говна. Так, ну что? О, идет, идет, не паскудник. Еще дроп. Так, там кто-то еще бежит. Давайте, давайте. Я вас жду всех. Я вас всех жду. Так, я еще вижу, что работает этот, как его. Ну, типа, дротики. Вот, еще стреляет, стреляет. Еще, значит, блок я не уничтожил полностью. Я тут даже еще даже не повреждена ни одна, как его, это как его, просто взяли, убили копа за секунду, нахуй.
До свидания, нахуй, что ты, блядь, вообще припёр. Оп. Ах ты, бля, я сенсор убил. Это надо забрать, это надо забрать. Это надо... Я сенсор убил, бля, дебил. Дурак. Это надо отремонтировать его сначала, да? Зачем я вот так? Я сенсор убил-то, блин. Не надо было отходить мне. Я отошел, что я ему плюнул прямо мне в этот. В сенсор, тварь. Ну да ладно, не страшно. Косяк маленький. Но это мелочи жизни, как говорится. У нас есть запасной сенсор дома. Поставим его. Мне просто интересно, сколько она дамажила прямо по самому. Опа. Нихуя вот тут копов напробовали, блядь. Просто там такое месиво. Радиоактивных копов еще не было. И опять же, подрывников не было. С какого хера? О, вижу копа. Ты запрыгнул ко мне, что ли, бля? Я уже думал. Мы отходим, и он не плется. Давай, давай, пацаны. Ну вот и опять же очередная волна, друзья, отбита. Сейчас добьем этих всех отставшихся, которые здесь еще пытаются добежать до нас, да? Они еще, походу, на волне, да, еще пытаются тут что-то сделать. И ни один этот не поврежден, да? Я не слышу, да, чтобы кто там кряхтел, пихтел. Окоп. Ну что, походу все сдохли, да? Ну тут единственное, то, что я сенсор отрубил, дебил. Ну что ж поделать. Ну и тут в дверь мне чуть-чуть плюнул, паскудник. Так, пробуем это. Тут еще у нас танцы какие-то маленькие. Утырки, да? Где вы там? Сейчас соберем, одеваем очки на лут. Одеваем, я говорил, нет, снимаем. Может, что-то получится по луту нормально. Так. Где там? Кот и залетел. А, он туда залетел. Ну ладно, сиди сейчас, пока я тебя тут заберу лутики, и потом тебя подойду. Так, чуть потрошу вернули, да. Тут чуть. На... Так, мне интересно просто, как мы там продамажили. Сейчас пойдем посмотрим. Так, как у нас там. Ну, лута, конечно, тут, блин. Опа. Тут... Ой, лута, конечно, они принесли в этот раз очень неплохое количество. Жаль, что он опять же голимый. Вау, там что-то какую-то получили, походу, рецепт на веревку. Не веревка, а на это, как его, на железную проволоку. Не, синтетическая тетива. Ага. Так, это что у нас здесь? А что такое майнинг? Доберем, я не знаю, это нам изучено, не изучено. Так, где смотреть, сколько у нас там продамажили наш. Сколько я продамажил, вернее, я продамажил это дело все здесь. Сейчас тут, ну, видите, да, стенки уже. Это я, это я.
Это я. Так, где у нас пистолет? Ну, чуточку тут. Ой-ой-ой, нехорошо. Ну, очень симметрично сделать, да. Ну вот, верхний, дать 1500 кубика снял у этого. Самого основного. Значит, друзья, сколько у нас стали здесь с собой взял? 63 дня не будем использовать, потому что надо еще починить некоторые нижние части, да? Так, спускаемся. Так, прям сейчас убьем там заборядного. Он там у нас в доме застрял, козлина. Так, здесь тут что-то сломалось, да, походу, да? Ну, тут чуть продамажили это. Ну да. Тетива, так. Сразу видно, знаешь, что продамажили так провисло, типа. Что они... А, они какие-то детали. Сейчас пойдем возьмем. Сейчас выйду, пойду убью заборятого в первую очередь. Который там паскудник застрял. И сюда где там. Опять. Ляж, успокойся. Что, не могу походить, что ли? А, он перезаряжался. Так, ну что ж, пошли проверим. Так, короче, ну как понимаете, да, сенсор я просрал сам. Но в общей сложности, так скажу честно, волна была чуть потяжелее, да, предыдущих. Ну, опять же, не исключая свои ошибки, да, которые у нас, опять же, присутствовали. У нас все довольно-таки... спокойно все сложилось, и никаких проблем с этой темой у нас здесь не возникло, да? Так что, блин, ну что ж, теперь половину, я же сказал половину выбросить. Возьмем мы стали чуть-чуть. Так, это сюда, так, это нам... сенсор надо взять с собой еще, да? Так, это... это сюда. Вот так. Берем повязочку, а то мы тут ножки сломали. Опять же, как камикадзе, прыгая, блядь, сверху. Так, скидываем это дело сюда. Ну вот, и опять же, лутецкий такой, я тебе скажу, да, бабосики, да, там пару книжечек мы получили, но так себе, я скажу, не очень, не очень, не очень, не знаю. Пару баксов, да, 360, ну, пусть здесь баксы какие-то, да, ну, это можно продать чуть-чуть, это можно продать тоже. Ну, это можно продать, ну, так себе, я скажу так. Опять же, не использовали, блин, то, что нам надо было использовать. Ну да ладно, так, это можно использовать, так, улучшить свое здоровье, так называется, говорится, да. И пошли посмотрим, где наш сенсор. Поставлю сенсор, сейчас нам надо стилистить, да, этот нам нужен и вот этот нужен. Не надо было мне отходить, и тогда было бы все нормально. А я отошел и здесь получил дамаг по... пошел дамаг по строению. Ну, в общей сложности так, скажу, что очень так слабенько нас потрепало. Очень слабо потрепало. Да, блин. Там еще не был металл? Это как? Или надо было просто починить его? Ну так, кстати, говорю, то, что вот этот плюнул, когда я отошел, и прям, блядь, по моему сооружению, как говорится, так, где кто-то еще? А, ну тут это, потому что тут это прыгал у меня. А здесь у нас, потому что у нас плюнули в воздух, да. Здесь у нас тоже надо профиксить. Это опять же всплески этого всего дела. Так. Все здесь нормально, здесь нормально, здесь нормально, все нормально, здесь нормально, все нормально. Сенсор, сейчас ставим сенсор. Ну, так, что мы так у нас был он так. Сейчас опять же надо тянуть, где у нас стиплер. Берем, откуда я даже не помню, откуда я его тянул. Так, надо найти вниз. У меня должна быть отдельная катушка, откуда мы брали энергию. Это как, подожди, это как понять, это что я тут... А где катушка, которая шла к этому? Или напрямую я тянул от генератора? Так, подожди. Что-то я не понимаю. Скорее, напрямик вытянул от генератора. Так, это куда идет?
Эти на провода. Идет на рубильник. Это опять что ждет на рубильник. Рубильник идет туда вниз, это туда вниз. Так, а почему здесь два, а здесь один? Интересно. Ладно, берем тогда отсюда. Походу я брал как-то. Наверное, не помню. Что-то я не помню. Мне кажется, было отдельное реле для этого дела всего. Вау. А где релешка? Здесь у меня. А, все понял. Отсюда мы брали электричество, друзья. Да, мы отсюда брали электричество к нашему сенсору. От сенсора сюда. Ну, вернее, к двери. Ой, так, хорошо, ладно, понял. Под прямым углом мне улучшенный нужен автоповорот, улучшенный. Отлично. Ну так только тут продамажил. Ну, опять же, это коп, который сюда плюнул у нас, да. Ничего сверх ужасного, смотрите, не случилось. Это, скорее всего, когда такая тварь прыгала к нам, да. Вот здесь, да. Это маленькие вот здесь погрешности. Что здесь у нас? Чуть-чуть совсем продамажили, да. Здесь чуть-чуть продамажили. Здесь вообще ничего нету. Здесь у нас тоже вообще нету. Тут тоже ничего нету. Тут тоже ничего нету. Тоже ничего нету. Вообще ничего нету. Очень много сейчас у нас мясорубок стоит без дела. Я думаю, скорее потом отчедену что-нибудь отсюда. Уберу. Так, ну тут продамажим, потому что какая-то тварь ходила и била. По этим делам, да, не знаю почему. Но явно что-то им не нравилось. Не могли, наверное, добраться нормально наверх. Так, иди сюда. Вот так. Ну, скажу так, очень слабо продамажили нас. Все просто шикарно. Ну, тут я побегаю, подчиню это все дело здесь потом. Это уже, ну, если тут очень минимально... Продамажили, сейчас подсоединим наш наш сенсор. Где наш сенсор? Где наш стриплер? Стриплер, не знаю, как он называется правильно. Ну да ладно, кому какая разница, как он называется. Я уже знаю, что с ним делать. Просто вот так и сюда. Все. Отлично. Отлично, все. В общем, что мы сделали? Потратили мы, короче, в порядке где-то 300 патронов. Да, 300 патронов на эмочку 60, да. Ну и 100 патронов с лишним потратили мы, даже меньше. Около 100 патронов потратили на снайперку. Ну и парочку патронов, чтобы привлечь внимание на МДТ. В общем, друзья, очень спокойно и так и довольно-таки удобно. И быстренько мы сражались с ордой 56 дня. Так что, друзья, если вам, конечно, хотите, если вы, конечно, хотите видеть, чтобы мы полностью показывали какие-то видео за кадром, что мы там делаем, как мы там забираем, что мы лутаем, оставляйте комментики под этим видосиком, обязательно посмотрим, если вы что-то захотите, мы снимем полностью, как это будни, да, сейчас будни в 7 Days to Die. А в противном случае, друзья, если есть какие-то советы, конечно, или какие-то пожелания, друзья, тоже, опять же, не стесняйтесь, добавляйте в комментах. Вот. И, конечно, если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на каналчик, нажмите на колокольчик, чтобы получить оповещение насчет новых видео. А на сегодня, друзья, я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и пока-пока.